Всем привет, друзья, с вами кричал драйвер 51 Рус. Так, и сегодня давайте мы посмотрим. Сейчас проверю трансляшку, поехала, не поехала. Не могу врубиться, работает, не работает. Ага. Все, ребят, заработало, все потащило. Значит, трансляшка поперла. Значит, сегодня у нас будет что? Установка на Spintires Mud Runner на последнюю версию. Как она там? 29B. Сейчас скажу вам. Так, на версию 29B0118, да? Ну, а также еще это все работает на предыдущих версиях. То есть можете поставить на версию там 11, 12, 17. Какая-то там еще была 29-я просто версия, да? 30-го, 11-го, 17-го, там 07-го, по-моему, какого-то там что-то есть. То есть на все, в принципе, начиная с выхода игры Мудранера, да, на все версии, в принципе, можно все это дело поставить. Так, ну давайте начнем. Значит, ссылочка появится уже после трансляшки. Я сейчас сделаю трансляцию, загружу на STMOS все это дело и будете качать и устанавливать все это дело. Значит, давайте сразу получится у вас вот такой архивчик. Давайте мы его сюда вытащим на рабочий стол. Сейчас я покажу, как это все ставится, как это все работает. Извиняюсь. Значит, скачивать будете архивчик с ссылочки, еще раз повторюсь, после трансляции я ссылки под видео выложу. Значит, обычную ссылочку, запасную ссылочку, у кого там не пойдет скачивание. Значит, все скачайте вот такой архивчик. Значит, ковырял, а то многие, смотрю, в привате все это дело сделали. Хотя это все и так, в принципе, можно самому сделать. То есть вот я лично сделал сам все. То есть извлекаем все это дело. Кто-то может прям с архива, значит, то есть запускать, то есть сразу брать и отсюда уже с архива читать текстовый документ. Ссылочки есть также на сайт, откуда все это дело можно скачивать, моды, всякие штучки для Spintires и различных других игр, мои каналы, группа, значит, все это понятно. То есть кто-то может так прям с архива делать, кто-то может, да, не извлек я, давайте извлечем. Кто-то может, например, так. Извлекаем, вот мы открыли папочку, все, вот у нас эта папочка, значит, вот у нас игра, лицензия стимовская, кому, видите. Также есть и репаки там различные, то есть можно на них поставить, это версия 29B, значит, будем ставить на лицуху все это дело, открываем, значит, опять же, читаем текстовый документ, также тут написано, как это все делать, ребята. Обязательно сделайте сохранение своих дефолтных файлов, которые вы будете заменять. То есть открываете игру, создаете какую-нибудь папочку, да? Создать папку, например, я покажу, как это делается, да? Ну, пусть она будет прям новая папка и будет. Открываем и, значит, файлы, которые вот идут: медиа, classes, daytime, да? Ищем мы их у себя в архиве. Вот он, архив медиа, в котором мы будем устанавливать. Открываем. Генераром, да? Так, где? Classes. Daytime. И вот эти свои дефолтные файлики сюда. И закрываем. Также текстурные файлики, вот эти два файлика. Открываем, значит, архив вот этот и берем, достаем эти файлы, вот как они читаются, так, вот она, одна текстурка, сохраняем, да, и вторая.
Вот она вторая. То есть вот вы сделали сохранение своих файлов. Если мало ли вдруг вам не понравится и вы захотите вернуться к дефолтным настройкам, значит вы сможете свои файлы вставить, путь там указан. Значит, закрываем, вот у вас осталась ваша настройка. Если вам не понравится, вы можете это удалить уже и уже гонять на этой граф... на этом графе. Значит так, что мы делаем? Мы сейчас запускаем сначала игру, ребят. Посмотрим. Стоит сейчас дефолтная графика, то есть дефолтная графика, дефолтный день, дефолтная ночь. То есть запускаем мы все это дело. Так, сейчас я включу музон потише, да? Где он тут есть? Вот у нас дефолтный графон, да? То есть на полигоне мы появились. Давайте прокатимся на Уральчике. Вот такой тигром. И берем батон. Делаем его потише. Продолжить. Вот у нас дефолтный день. Дефолтное небо у нас вот такое. Ужасная размытость такая. Прям мама не горюй. Туманчик. Короче, едем. Едем, прокатимся, посмотрим так по полигону, как это все выглядит у нас. Выглядит у нас все это вот так вот мрачно. Давайте побыстречку тут катнемся, да? Кружочек, скажем так, нарежем днем, да? Еще раз, ребят, повторяюсь, это дефолтные все эти настроечки. Все это, в принципе, вы можете делать сами. Значит, как говорит один товарищ, Google в помощь, да? Все это можно сделать через Google переводчик, залезть, понастраивать, полазить в настройках. Естественно, все это, ребят, будет работать. Установить надо SpinTires мод. Это все у нас есть. Значит, есть все в группе в разделе ссылок. То есть подписывайтесь, проходите. Вот моя группа. Здесь справа есть у нас ссылки. Ссылки на мои каналы, на каналы моих друзей. То есть можете на них проходить, подписываться, да. И здесь есть ссылочки на группы, на каналы. И также вот SpinTires мод, например, есть там. Репак есть на 29-ю версию, которая с DLS-кой вышла. Все работает в мультиплеере. На Photoshop, вот Paint есть, Notepad. Это все программки, которые вам будут нужны. Также есть программки для записи видео. Предыдущие версии там репаков. Там. Заходите, короче, смотрите. Все там есть. Все интересное и, в принципе, нужное для того, чтобы в игре заниматься, так. Значит, вот, это у нас день. Это у нас, ребята, ночь. Значит, кто хочет поменять только день, а ночь хочет оставить такой темной, да, то вам, в принципе, нужно только заменить в этой папочке. Вот это день у нас, три файлика. Хотите поменять день, меняйте только вот эти три файла у себя в архиве. То есть вот здесь в архиве медиа. Значит, кто хочет поменять день и ночь, то меняйте полностью все. Кто хочет поставить только ночь, то ставите только ночь. Значит, вот так вот. Естественно, закидывайте вот эти файлики также вместе с тем, что вы меняете. И все. И давайте вот мы посмотрели день, посмотрели ночь. Отдельно я не буду ставить, да, поставлю все сразу. То есть ночь у нас вот, включаем фары.
туман, ни хрена не видно, короче, как, скажем так, в жопе у негра, да? Не знаю, наверное, говорят так. Значит, все, выходим из игры, и мы сейчас будем все это делать, и покажу вам, как это все устанавливается. Значит, так, открываем архив со своими текстурками, и вот эти два файлика, можно прям вместе их зацепить. Перетаскиваем просто сюда, отпускаем. Добавить с заменой файлов. Я добавляю, мне нравится то, что я сделал, поэтому я это все оставлю у себя и не буду делать сохранения, вот которые дефолтные, потому что это жуть. Мне не нравится. Значит так, текстурные файлы. Кстати, вот путь указан, еще раз повторяю, что путь, вот, ребят, тут содержимое папки, то-то закинуть в архив медиа. Ну и по тому же пути, то есть классов, день тайм, вот это, да? Значит, дальше. Содержимое текстуры папочки. Закинуть в архив папочки. Ну, как бы понятно, вроде написал. Должны понять. В принципе, для этого видео и снимаю, кто не понял то, что я написал. Значит, текстуры мы запихнули вот эти с этой папки, значит, сюда в архив. Переходим. Папочки медиа. Открываем архив медиа. Вот он. Тут также делаем все так же по пути, как здесь есть. Вот он. Открываем медиа. Значит, вот архив у нас. Classes, видите, папочка, да? Открываем папочку Classes. Здесь заходим. Classes. Открываем день тайм. Вот так вот. И здесь находим вот этот же файлик. Открываем. И вот это все копируем сюда. С заменой. Окей. Все, скопировали, закрыли, мы установили, ребят, значит, солнечный день, светлую ночь, удаленный туман, голубое небо, все, в принципе, все, мы вот установили вот эту всю фишку, да, можем закрывать это все дело и запускаем, можно почистить кэш, можно не чистить кэш, оно все и так поменяется, то есть все, запускаем. Запускаем MoodRunner. Пробел. И вот у нас, друзья, картинка совершенно поменялась, да? Это у нас день, это у нас ночь. Туман удален. Значит, сетевую игру. Ну, давайте посмотрим. Главное меню. Сетевая игра недоступна. Но это потому, что мы заменили файлы, поэтому она и недоступна. Значит, если запустить версия, видите, 29-я, но со Spintires модом это все запустится. То есть, значит, заходим мы. Опять же, в испытание на полигон. Значит, для того, чтобы улучшить, ребят, картинку, прям вообще четко ее сделать, заходим в настройки, еще раз повторяюсь, настройки качества графики, нажимаем, убираем преломление, объемный туман, вот эту балду и вот эту балду, и картинка у вас будет просто сейчас в идеале. Применить, окей, продолжить, и вы посмотрите, какая картиночка нарисовалась. Графика просто полностью все поменяла. Туман я удалил, подальше сделал, до того момента, как вообще тут все будет пропадать, да? Ну и ночью, видите, какая картиночка, все классненько, с фарками можно ехать. Включаем фарки. Я не знаю, мне нравится. Кому нравится, качайте. Кому не нравится, не качайте. Вот. И давайте прокатим сейчас уже таким графоном. Прокатимся с таким графоном по полигончику. Я думаю, вот при таких настроечках вообще будет классно. Естественно, трансляшка ОБС подвисает слегка, но
как бы, когда вы установите все это дело, вы почувствуете просто очень огромную разницу. Вот. Намного приятнее и лучше кататься. То есть можно поставить прозрачную воду. Также зайдете на сайт SKMods, наберете драйвер-51rus. Там есть прозрачная вода, она также работает. Значит, здесь можете спокойно также поставить папочку медиа, классес, также ватерс там, и меняйте эти файлики. Будет у вас прозрачная вода, и все будет обалденно. День, ночь. Так все это выглядит. Обплавлен бутылочек. И ночка такая, в принципе, с фарами можно ездить. Так видите, туманчик подудалил немножко. Здесь туман на удаление идет. То есть вообще без тумана плохо, потому что там так нелепо деревья там выскакивают вдали, появляются. А как раз вот этот туман, вот видите, даже при тумане тут он вроде немножко сглаживает. Но когда вообще нет тумана, это вообще, как говорится, на букву хреново. Ну, мне, по крайней мере, не нравится, поэтому люди многие спрашивают, все вот это делает этот графончик, да, чтобы такое было классное. Настройки, давайте не забудем. Сейчас я сделаю еще сохранение. Скрин вот этого качества графики. Вот эту штучку. Давайте щелкну и это все тоже так же выложу на сайт. Значит, все. Мы выходим. Вот такая картинка получается. Все классно, красиво. Мне вообще обалденно нравится. Ночь, день. Такое голубенькое небо. Солнышко с утра прям до вечера светит. Все нормально. Тень есть, все классно. Хорошо, намного лучше, чем по дефолту все это дело. Ну вот, в принципе, и все. Ставьте лайки, всем спасибо за просмотр, качайте, ссылочки в описании я сейчас запихну сразу после трансляции, как она загрузится, и загружу на сайт STMods. Всем